Всем привет, с вами как всегда Ксюша, и я сразу советую вам подписаться на мой канал, нажимайте на такую красную кнопочку, а рядом не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения с моего канала. 14 февраля – это такой праздник, на который не хочется тратить много денег, потому что их нет после Нового года и перед 23 февраля. Но своему любимому человеку хочется подарить что-то такое миленькое, красивенькое, необычное и самое главное – бюджетное. Поэтому я и предлагаю дарить вам подарочки, сделанные своими руками. Для начала предлагаю порадовать своих любимых шоколадом для ванны. Для его создания растапливаем прозрачную мыльную основу, добавляем шоколадную отдушку и коричневый краситель. Формочку обязательно сбрызнуть спиртом. Теперь можно залить нашу мыльную основу. Оставляем до полного высыхания, и наш шоколад для ванны готов. Еще своим любимым можно подарить милые сладкие подарочки в виде жвачки Love Is. Для этого освобождаем спичечный коробок и обклеиваем его картоном, или же я взяла декоративную пенку. Ее еще называют глинтерный фоамиран. Теперь из той же декоративной пенки я вырезала мелкие детальки, которые я приклеила на коробок. Осталось только положить конфетки. Последняя на сегодня идея – сделать милые магнитики на холодильник. Я решила их сделать радужными. Вырезаем из картона или фоамирана одинаковые сердечки. С одной стороны приклеиваем глазки, а с другой стороны на двусторонний скотч приклеиваем мягкий магнит. Наши магнитики готовы. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. А с вами была Ксюша. Всем пока-пока.